ты взял? Вот такая милота. Родилась в парке Львов-Тайган. Ау! Ау-ау! Вот такая великолепная четверка. Совсем скоро это мальчик будет огромный, 300-350 килограмм весить. И это мальчик. Эти мальчики подают голос, а девочки такие две. Одна язык высунула. Шипит прям пацан. И этот самый большой пацан. Очередное чудо рождения. Да. На зеленой травке можно смотреть бесконечно. О, танцует под музыку Авы. Та-да-та-та. Уже что значит мальчик уже открыл глаза? А ведь ему пара дней всего. И тут тоже. Это просто девочка язык. О, все. Тоже, да? Но маму не зовут. Мама рядом. Они сытые, красивые. О. А директор обсуждает еще, сколько нужно строить и строить вольеров, чтобы на больших территориях хорошо было нашим тиграм. Красота! Мне кажется, друзья, что сейчас все подписчики канала завидуют мне белой завистью. Я сама себе завидую. Пошел ко мне. Да. Бум. Ну. Ты ко мне? Давай. Я тебя с удовольствием возьму. Какие лапы. Давай покажем наши лапы. Ох. Наши лапы. Где там скоро будут зубы? Но главное, молчат. А хвост какой? Кто видел? Вот такой тигриный хвост. Не-не-не-не-не. Не ползем. Там вон мама наблюдает. Да, ты к маме? Я просто взяла чуть-чуть погладить. Ты видишь, они не пищат. Они очень спокойно себя ведут. Мама призывно фыркает. Пошел. Спринты. Самая девочка активная. Давай назад. Слышишь, львы? Давай. К своему. О, мама. К братьям, к сестрам. Совсем скоро не пройдет и 3 лет. И они будут огромными полосатыми кошками. А я буду только вспоминать. Как они по мне. Ой, он какая активная. Вот так, давай к братьям, сестрам. Нет, кого путешественников. Хвост. Красивый такой хвост. Замявкал.
Блин, ты куда пошла? Таня, все время вышло. Да понятно. А я могу бесконечно.